Доброе утро, дорогие друзья! Рад всех приветствовать! На дворе у нас какое число? 15, 16, 17 ноября. Раннее утро. Ну, как раннее, 6. 8 уже. Ой, 6, что я несу-то? 8, да. Ну, короче, только рассвело. Приехали в Подмосковье в поисках очередных старых дорог, перекрестков, всяких интересностей. В прошлый раз видео увидели, хорошо сходили. Заманчивые были находочки. Попробуем новое место. Поищем что-нибудь здесь. Прохладно на улице, 10 градусов минус. Уже отвыкли от мороза, сейчас опять привыкать нужно. Но сезон мы пока не закрываем. Смотрим. Итак, первый более-менее вменяемый сигнал. И поднимается вот такая штучка. Это подвесочка когда-то была. Сейчас с фокусом что-то траблы на морозе. О. Но, к сожалению, на ней ничего не видно. Интересно. Так. Сигнальчик. Имперский, что ли? Нет. Ходячий. Блин. Рубль, ходячка. Ну ладно. На. А вот то старый на этот, а то вот советский накат, в котором мы идем. И сколько у тебя их там? Два. Оригинально. И оба 93-го. Ты еще и более-менее сохранили, что? Да. Удивительно. Пьяница Бориски. Пьяные Бориски. Ну ладно, хоть так. Вот здесь она шла, да? Да вон он там, его видно. Потому что там идет тракторный с траками. Не, вот он идет, вот здесь они. Прям там идет накат. Такой. Да, он не советский. Ну, он его повторяет. Вот, а? Смотри. Так, ладно. Снимаем, переехали в другой лесок. Ребят вернулись к машине, у них батарейки сели. Мы тоже туда подойдем. А мы несемся туда. И бабах. Вот так вот набегу. Набегу. Смотрите. Сейчас покажу. 22-й год. Он тяжеленький. Ни разу не находили вот эти полтинники. Или это не полтинник? Полтинник. 50. Ну, он примерно как вот этот царский полтинник. Мало сегодня очень находок. Лес что-то прям молчит. Дедушка, спасибо. Это тот лесок, кстати говоря, где дуб. Помните? Ну, вы видели наверняка уже ролик. Где полтинник? Где портретник возле машины поднял. Вот так вот. 1922 год можно считать знаковым в истории российской нумизматики. В то время, когда Красная Армия отвоевывала последние рубежи в ходе Гражданской войны, Петроградский монетный двор отчеканил серебряную монету 50 копеек. Она стала последним денежным знаком с изображением герба РСФСР. В 1923 году начали выпускаться монеты с символикой СССР. Монета достоинством в 50 копеек в 1922 году чеканилась на заготовках из серебра 900-й пробы. Вес этого относительно крупного металлического диска составил 10 грамм, а его диаметр 26,62 мм. Особое внимание следует уделить внешнему виду монеты. Так на ее аверсе располагался герб РСФСР в стилизованной окантовке, а также традиционная надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Реверс украшает пятиконечная звезда с числом 50 в центре, две линии точечного канта, венец из дубовых листьев и метка 50 копеек между ними. Гурт монеты венчает надпись «Чистого серебра 2 золотника» 10,5 грамма, а также одна из аббревиатур АГ или ПЛ. Что означают эти сочетания букв? Дело в том, что в период с 1921 по 1922 год
Минецмейстером Петроградского монетного двора был Артур Гартман, символика АГ. А с 1922 по 1927 год Петр Латышев, символика ПЛ. Попало в обращение и некоторое количество монеток с гладким гуртом, которые считаются ныне чрезвычайно редкими. Чеканка 50-копеечной монеты в 1922 году стала исторически значимой. С одной стороны, она подтвердила мощь власти Советов, а с другой стала рубежом в переходе от одной Советской Республики к могущественной союзной стране. Так, рядом с полтиной какую-то веселочку нашли. Что за веселочка? Время, не знаю, может, на конину похоже. Непонятно. Может, конина? Может, конина. Так-ка. Какая-то вот такая финтюлька. Показать хочу. Смотрите, какой дубище сломанное валяется, старый. Огромный вообще. Здесь много их в этом лесу, даже целых. Сейчас, если живой найдем, покажу. Очень хорошо. Они убиты. Да, они сигнальные. Уже. Короче, отчетик промежуточный. Еще одна подвесочка. Лысенькая. Такая же, как с утра была, тоже лысенькая. Вообще лысенькая. Вот Санька две. И советики. 31-й там и 84-й. 31-й и 84-й. Но это промежуток, мы еще не уезжаем. Еще 3 часа есть. Так, очередной сегодняшний нечастый сигнальчик. 83. А что было в 83-м? Ну, 93-й, 83-й. А, копеечка 84-го годика. Да ладно, на безрыбье, как говорится. Поле уже не продолбишь, действительно. В лесу-то не везде копается. Да, продолжаем лазить. Сейчас прошли вот за теми елками. Такая мусорка из пробок, из водочных. Нереальная. Сейчас посмотрим. Да, сегодня нам дают только совет. К сожалению. Где? А. Идем по дороге к машине. И выскочил крестик. Да, копать, конечно, очень сложно. Еще и стемнело вдобавок. Друзья, ну что, набродились мы сегодня. Все, земля встала. Я боюсь, как бы в этом году не пролетели мы в дальнейшем с копом. Потому что если сейчас снег не выпадет в ближайшее время, то земля встанет даже в лесу. И это будет привет. Она уже тогда не растает, скорее всего. Сегодня одни советы. А, ну и полтинник в зачет. Сейчас, ну да, советский. Все, я его сейчас в конце ролика прилеплю. Фоточку. Что? Импровизированный стол. Вот. Все, фоточку прикреплю сейчас с писаницем. А так, рады, что... Ой, все, уже заговариваться начал. Да, рады, что смотрите. Всем пока!